Начать я хочу сегодня с одной евангельской истории. На первый взгляд она такая бытовая и незначительная, на самом деле в ней очень важный смысл заложен. Матфея 21, 18. «Поутру же, возвращаясь в город, взалкал Иисус». Он возвращался в город и захотел есть. «И увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней, и ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей: „Да не будет же впредь от тебя плода вовек“. И смоковница тотчас засохла». Вот не просто так Иисус подошел именно к смоковнице. Смоковница вообще изумительное дерево, совершенно особое. Я хочу про него рассказать, чтобы было понятно, как так вообще произошло, почему Иисус так рассердился на это бедное дерево и вот так с ним поступил. Смоковница была символом на Востоке благоденствия и Божьих благословений. Вот насколько она ценилась, потому что она была исключительно плодовита. И благодаря этому она влияла на всю экономику вот Востока, Азии. И даже были специальные законы, которые регулировали вот продажу этих плодов, покупку. И она просто вот влияла на всю жизнь людей. Имела очень большое значение. Естественно, ею дорожили. И само это дерево еще имеет такую особенность, что оно медленно растет. Оно медленно растет и требует очень кропотливого труда, больших вложений, но потом при правильном развитии оно окупает себя. Да? И еще возникает вопрос, ну как Иисус тогда так безжалостно ее уничтожил? Так вот, сейчас я вам скажу о процессе принесения плода смоковницей. Он тоже не так прост. Смоковница приносит плод 3 раза за сезон. Вот для нас, уральских садоводов, да, здесь вообще есть садоводы? Помашите мне рукой. Да повыше, повыше поднимайте. Есть здесь садоводы. И мы знаем, что в нашем климате, если что-то 1 раз принесет плод, да, за лето, то уже, слава Богу. Если у нас мороз не побьет, дождями не зальет, вредитель не съест, то что-то там, ах, морковка вырастет к сентябрю. То есть мы вообще герои, уральские садоводы, да? Нам очень трудно что-то тут выращивать. А там вот это дерево в Израиле и вообще на Востоке, да, оно во многих-многих странах в жарких распространено. Оно приносит 3 раза за сезон плоды. Но они все разные. Первое, самый ранний плод, который появляется еще весной, у единственного дерева появляется раньше листьев. Вот эти плоды маленькие, не сочные, не очень вкусные, но их все равно ели, потому что не было вот каких-то других еще свежих продуктов, и они шли в пищу, но это были самые такие плоды. Вот они появились, потом только листья. Второй раз она плодоносила в середине лета, и это уже были вкусные, сладкие плоды, сочные, но они были недостаточно стойкие к хранению. Их не хранили, с ними ничего нельзя было сделать, только скушать. И третий раз вот этот плод был самый-самый сладкий, самый вкусный, и его можно было хранить, сушить, продавать, покупать. То есть очень много было от него как бы благословения. И Иисус подошел, написано у Марка, было еще не время собирания плодов, то есть это была весна, и ранние плоды уже должны были быть. Он смотрит, листья есть, значит должны быть и плоды. А там ничего нет. Интересно, что еще это дерево называется фиговое дерево. И вот это фиговое дерево, фига, в общем, показало ему фигу в прямом смысле. Ну и пришел суд Божий на нее за это. Вот отсутствие ранних плодов в смоковнице показывает, что дерево полностью бесплодно. И, конечно же, дорогие мои, есть еще одна притча, да, в Евангелии, когда
разговор происходит между хозяином сада и садовником. Он говорит: если эта смоковница не приносит плода, сруби ее. Ну нет, господин мой, я еще обложу ее там, удобрением, я еще ее окопаю. Может, она принесет плода, не будем пока срубать. Но вообще-то, говорит, если не принесет, срубай, нечего ей землю занимать. Вы понимаете, эта история, конечно, не о деревьях, это история о людях и даже, может быть, о целых народах. Вот тема плода, она проходит через всю Библию. Господь говорит: да, вы создание, люди, требующие кропотливого труда, в которых все медленно двигается, все медленно зреет, но я готов для вас стараться, я готов вас вот как-то там удобрять, да, вас окапывать, вам что-то такое в жизнь давать, то, чтобы вы росли, развивались, но должен быть плод и ранний, и средний, и поздний. И цена вопроса, понимаете, она очень высока, потому что если нет плода, тебя просто уберут. Ты погибнешь. Вот этот вот плод – это для Бога очень важный момент. И посмотрите, в Иеремии 17 глава, с 5 по 10 стих, мы находим уже прекрасное место о плодах. Так говорит Господь: проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своей опорою, и которого сердце удаляется от Господа. Он будет как вереск в пустыне, и не увидит, когда придет доброе, и поселится в местах знойных, в степи, на земле бесплодной, необитаемой. Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь, ибо он будет как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод. Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его? Я, Господь, проникаю сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его. Вот смотрите, здесь мы находим критерии плодоносности. Если ты надеешься на себя или на другого человека, ты будешь как вереск. Я посмотрела тоже про вереск. У меня сегодня такая ботаническая проповедь. Вереск – это растение, которое растет и цветет, вот, да, картинка, на самых вот неприглядных местах земли. Это пустоши, гари, всякие скалы, пустыни. Вот как оно там выживает, загадка. Ну, конечно, никакого плода от него никто никогда не видел и не увидит, потому что само по себе жить на таких местах очень тяжело. Так же и мы в нашей жизни, да, если будем вот надеяться на себя, это обречено, это обрекает нас на бесплодие. Да, может быть, цветочки красивые, но больше толку-то никакого. Ну, в Шотландии еще мед из него делают, но это такая уже эксклюзивная их какая-то редкая вещь. На самом деле он ни к чему не годен. И мы не хотим, чтобы вот наша жизнь была вот такой, правда? Потому что сколько ты не надейся на себя, но сила твоя и также вот другого человека, с которым ты связал свои упования, она иссякнет рано или поздно. И корни твои, они просто засохнут. Тебя из земли тогда исторгнут. И будешь ты просто погибший сухим растением. Но надеяться на Бога, уповать на Бога, это и дает нам вот эту почву. Мы укореняемся в земле, и Господь, Он рыхлит нашу почву. И посмотрите, Иеремия связывает плод с сердцем. Вот прямо в этом отрывке Писания. И получается, что плод, он вызревает именно там. Вот нужный Богу плод, о котором Он как раз и очень настойчиво говорит в Библии, вызревает именно в нашем сердце. Вот Иисус, когда пришел на землю, Он разъяснил это. То есть Он как бы этот вопрос очень подробно разъяснил, как мало что Он так разъяснял. Я имею, конечно, в виду притчу о сеятеле, да, которую вы знаете. Давайте вот разберем ее поподробнее, потому что
есть и притчи в Евангелиях, есть и ее разъяснения. Вот мало что так подробно объяснено. Я думаю, это потому что очень важно. Давайте откроем Луки 8 главу. Луки 8 главу с 5 стиха. Да, «Вышел сеятель сеять семя свое». И забегая вперед, говорю, что Иисус, Он также связал вот плод, да, с почвой. Во-первых, вообще никакого плода не может быть без почвы, правда? И вот Он связал вот это семя и все вот эти вещи с почвой именно нашего сердца. То есть наше сердце представляет собой вот ту питательную среду, из которой все растет. Вообще, давайте посмотрим, что такое почва. Вот мы с вами жители больших городов, большого города. Часто ли мы думаем вообще о таком предмете, как земля и почва? Вообще не думаем, правда? Вот что такое для нас земля? Асфальт, да? Вот хороший асфальт, вот плохой. Это также газоны какие-то чахлые. Это, ну, может быть, клумбы какие-то в лучшем случае. Если раскопали что-то во дворе, это грязь еще, да, неудобство. То есть вот все ругаются, ходят. Вот что такое земля. На самом деле это важнейшая вещь, благодаря которой мы живем. Это же наша кормилица. Не что-то такое... ненужное, да, то, что такое совершенно, ну, непонятное, что там такое, почему мы ходим. Лучше все в асфальт закатать, и прекрасно, тогда хорошо. На самом деле почва – это живое природное тело. Она вся живая, в ней миллиарды живых организмов. Думали вы так когда-нибудь про нее? И, ну, те, кто садит, те, кто сами растит, они знают, что такое почва, да, что никакой урожай не получишь, не повозившись с почвой. Никакой урожай не получишь, но это самая тяжелая, самая грязная часть работы, но она совершенно необходима. Иначе ты просто ничего не получишь, да. И вы знаете, вот когда мы строили дом свой, то я... Ну, думала, дом, да, но не ожидала, какой проблемой для меня будет вот этот вот участок вокруг дома, потому что никогда не имела дела с землей. И потом я, вот много лет уже прошло, я мучилась с этой землей и поняла, что здесь принцип простой. Либо ты заботишься, ухаживаешь за ней, получаешь благословение, либо ты... вот так мажешь на всю рукой, получаешь такие развесистые сорняки вот в этом огороде, в этом участке. Что тебе нужно, выбирай сам. Почва, земля, она никогда не будет ждать, когда ты о ней вспомнишь. Ой, подожду, вот через 2 года выйду, там чего-нибудь сделаю. Нет, она нарастит тебе все. То есть вот ее самая такая важная характеристика – это плодородие. Что-нибудь дорастет постоянно. Так же точно в наших сердцах. Наши сердца тоже, они никогда не бывают в каком-то замершем состоянии, да, в какой-то пустоте. Если ты не заботишься о том, что там, да, если ты не заботишься о своей почве, она тебе нарастит такие вещи, что не обрадуешься. Будет тебе стыдно потом перед людьми и перед собой, и перед Богом. Если же ты будешь заботиться, да, то получишь величайшие благословения. И посмотрите, Иисус говорит, не все виды почв одинаково плодородны. Вот посмотрите, разные виды этих почв, разные виды почв наших сердец. Я буду разбирать по одной почве и сразу читать толкование. Посмотрите. «Иное упало при дороге, и было потоптано, и птицы небесные поклевали его». И вот 12 стих. Упавшее при пути – это суть слушающие, к которым потом приходит дьявол и уносит слово их из сердца, чтобы они не уверовали и не спаслись. Итак, первый вид почвы – это мертвая почва. Почему мертвая? Потому что реально почву можно убить. И человек в этом преуспел, я вам скажу. Вот по этому пренебрежению, да, вот подумайте, если завтра, например, все почвы земли не принесут урожай и вообще больше не принесут, человечество вымрет. Вот вы подумайте, какие продукты питания мы едим, которые не выросли из земли.
или часть каких-то, да, продуктов, чтобы там не было вот растительного происхождения. Но очень мало таких продуктов. Человек не выживет. Но мы как-то об этом не задумываемся. Есть какие-то специалисты, да, они там растят где-то хлеб, они там вот все думают об этом, но люди в целом не думают. И все вот это вот таким образом идет, что почв все больше встает мертвых на земле. Даже город, скажем, да, город, а городов тоже все больше на земле. Город убивает почву. Почему? Потому что вот асфальт, бетон, скажем, дома, тяжелые здания, даже простое уплотнение колесами приводит к тому, что почва погибает. Потому что вот эти черви, извините за подробности, они не могут там ползать, они не рыхлят, вот эти организмы задыхаются. Вот скажите, что может вырасти на мертвой почве? Ничего не может вырасти. И сердца человеческие есть такие же, знаете, закатанные в асфальт. Вообще это удобно. Вот закатал в асфальт или бетоном, раз, все залил. Ну, хорошо, чистота, красота, ничего не растет, никаких одуванчиков. Все как бы очень прилично. И вот так вот люди многие, да, им не хочется возиться с этим всем. Ну, я понимаю, еще сад-огород не все любят, но свое-то сердце, ну как, ну и с этим тоже не хочется. Вот главное получать от жизни удовольствие. И они берут просто... Что? Они чем живут-то в итоге со своим вот этим таким закатанным мертвым сердцем? Они чем живут? Да теми ценностями, которые предлагает им общество. Они просто берут эти все вещи и ценности, общие вот эти тенденции. Они живут только этим. И все время смотрят телевизор, все время в интернете, чтобы вот в тренде быть, чтобы не отстать от этой моды, да, чтобы вот все было очень так прилично. Но знаешь, если ты берешь и вот этот поток мутный масс-культуры, которая вот течет, если ты пускаешь его через свое сердце, этот поток унесет много ценного в тебе. А самое главное, это драгоценное семя, которое бросил сеятель. Он не зря бросил свое семя, да? Эти семена, они, наверное, самое лучшее, что есть в нашей жизни. И вот сеятель бросает, а почва твоя колесами вся придавленная, задавленная. И ну как? Ну что тут вырастет, да? Унесет все это, вот этот поток. И, или птицы склюют. Я не знаю, что произойдет, но ничего не вырастет. Из этого ничего не выйдет. Знаете, самое... мертвую почву, какую я видела в своей жизни, и я хочу картинку, чтобы показали, это на острове Тенерифе есть такой вулкан Тейде. Покажите, пожалуйста. Ну, вы покажите, вот, да, видите, вот вокруг. Он извергался уже больше 100 лет назад, и до сих пор там ничего не растет. А другую покажите, где вот такие, вот, видите? Ну, совершенно мертвый такой марсианский вообще пейзаж. Ну, я не знаю, где еще на Земле. То есть там так все залило лавой, что 100 лет не может ничего пробиться. Просто невообразимо. И мы там были, я скажу, там настолько неприятно, просто вот ужасные ощущения. Там голова болит сразу, сердце болит. Вот, ну, там еще высоко к тому же, но... Больше всего, мне кажется, это вот от этой мертвости, какое-то дьявольское место. И я думаю, что вот такая почва, она уж только у дьявола, наверное, в сердце. У человека все равно даже через асфальт что-то пробивается. Да? Но будьте осторожны с этим. Это как бы очень важно, чтобы у нас не было вот такого вот пустынного мертвого пейзажа. И второй вид почвы – это каменистая почва. С камнями я очень много имела дела в своей жизни. Мне вообще кажется, что они окружают меня всю мою жизнь, потому что родители у меня геологи, наверное, поэтому. И они тоже любили камни всю жизнь, все время вот работа была их связана с этим. И в моей комнате в детстве, прямо в моей комнате стояла коллекция камней. Вот открывала я глаза утром, первое, что я видела, эти камни. Я не скажу, что я их очень люблю с тех пор. Но интересно, что
Да, давайте прочитаем это местописание вот дальше, да? Каменистая почва. «И Ноя упала на камень, и, взойдя, засохла, потому что не имела влаги». И то, что потом Иисус сказал, толкование, 12 стих, 13. «А упавшие на камень – это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают». То есть вот камни – это, как Иисус в толковании говорит, это давление какое-то обстоятельств и окружающего. Вот, значит, все хорошо, вроде человек верует, вроде он думает что-то, да, вот о Боге, ходит в церковь. Как только плохо, все, и он как вот исчез, просто как испарился, да. Он не хочет, потому что вступать в конфликт с обществом. И когда мы начинали, да, нашу семью и церковь, это случилось одновременно, то мы, не безоблачное у нас было начало, мы, вот знаете, такое ощущение, что вот эти камни нас как-то сдавливали со всех сторон. На семью нашу давили, родственники были против, как-то все было достаточно сложно. И когда, я помню, наш ребенок тоже умер, маленький первый наш сын, то нам говорили, ну и что вы дальше будете доверять Богу? Вот вы доверяли, а Он вам не помог. То есть это было очень больно слышать, и ну, нам пришлось пройти через это, да. Когда наша церковь вот, уже немножко окрепла, начались очень сильные вот, гонения и давления на эту молодую церковь, когда стояли пикеты, ну вы помните, да, вы знаете, что общественное мнение очень активно формировалось вот против нас. И также это было для нас ну, достаточно тяжело и больно. И нам приходилось следить постоянно, чтобы вот растение это вот это молодое не засохло. Чтобы вот этот зной не иссушил его. Приходилось вот как-то ну, стоять в вере, другими словами, доверять Богу. И, слава Богу, мы прошли, да, вот этот тяжелый каменистый путь. Сейчас, когда мы вот построили этот дом наш, мы построили его на скале. Даже улица называется Скальная. И когда мы... Да, все по Писанию. Но, знаете, когда мы его покупали, я говорю, я совершенно была не в курсе относительно того, как тут там, ну, все растет, там вообще нужно ли что-то выращивать. Это сейчас вот мне очень интересно. А тогда мне было все равно. Ну, скала так скала. И когда мы решили посадить какой-то первый кустик смородины, я говорю, ну, выкопайте ямку. И лопата уперлась сразу на полштыка в камень. И понятно, что это скальный грунт, там один камень. А между ним вот такая какая-то желтенькая глина. Там негде расти. И тогда мы поняли, что это достаточно дорогое предприятие, вот такой сад на скале. И, знаете, было бы безумием, если бы мы решили, а вот выберем-ка мы все камни отсюда, и тогда что-то посадим. Да никогда ты не выберешь из такой почвы вот эти камни, потому что они ее одни составляют. Единственный выход – это привести самосвалы этой хорошей земли и насыпать их. И все-все у нас там, даже трава простая растет на насыпанной земле. Вот так же и мы, да, когда в нашей жизни есть какое-то там давление, обстоятельства, оно у всех есть, конечно, вот эти камни, они попадаются в любой жизни, в любой почве, да, в любом сердце. Но очень важно оставить вот эти камни где-то внизу, понимаете? Вот, то есть не копаться в прошлом, не выискивать, не пытаться там что-то, вот это вот все выбирать оттуда, убирать. Оставь ты их, насыпь свежую, хорошую плодоносную землю сверху, да, просто доверь Богу. Господь, скажи, да, много там происходило в моей жизни всякой ерунды, и трагических вещей, и больных вещей, и стыдных вещей, но я оставляю это. Оставляю, чтобы доверять тебе, вот как чистый новорожденный младенец. И тогда, на самом деле, Бог ответит на ваше доверие, и у вас ну, будет добрая почва, и уже сможет что-то вырасти, правда? То есть живите в настоящем моменте, живите согласно со своим сердцем и со Словом Божьим.
Вот это поможет вам что-то вырастить, да? И третий вид почвы, посмотрите, пожалуйста, 7 стих. «А иное упало между тернием, и выросло терние, и заглушило его». А иное, да, «и выросло терние, и заглушило его». И 14. «А упавшее в терние – это те, которые слушают слово, но, отходя заботами, богатством, наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода». То есть следующая проблема садоводов, у нас сегодня краткий курс по сельскому хозяйству, но это сорняки, правда? И, ну, любой, наверное, человек знает, что сорняки – это абсолютно нерешимая проблема, имеется в виду, она периодически даже в самых лучших садах появляется. И, как вы знаете, мы не можем до конца избавиться от сорняков, так мы не можем до конца избавиться вот от забот этого мира, правда? Ну, особенно мы, женщины, мы знаем. Мы все немножко Марфы, и все должны быть еще к тому же и Мариями, правда? Нельзя жить одними заботами. Нельзя жить только ради хлеба насущного. Есть еще хлеб небесный, правда, который питает наши души. И если мы просто погрузимся с головой в эти заботы, и не только в заботы, заметьте, вот у Луки, я почему взяла у Луки, потому что там лучше всего написано «наслаждения житейские», правда? Кому это нравится? Кому-то нравится? Или кому-то нравится землю пахать все время, рыхлить ее и возить, да? Ну кто согласен со мной, что наслаждение лучше? Ну вот почему-то у Бога такой план, да, что, ну, как говорится, надо пахать. Надо о земле заботиться. Просто я была очень вдохновлена тем, что, ну, есть прям прямая аналогия между вот почвой сердца и почвой земли. Очень в этом много общего. А значит, мы можем уже как-то понять механизмы, как это все работает, вот как этот плод вообще, как он, куда его сажать-то вообще, понимаете? Так что, особенно когда у вас только начало семейной жизни, говорю, христианской жизни, то тогда нужно гораздо больше заботиться, потому что растение это маленькое, а сорняки-то вымахают быстро и все заглушат. Таким образом, опять от вас требуется внимание, трудолюбие и определенная такая, ну, здравость, что ли, что вы должны заботиться о них, об этих посадках, об этом растении, которое выросло из этого драгоценного семени. И, наконец, последнее, самое замечательное – почва добрая. 7 стих. Восьмой. «А иное упало на добрую землю». Наконец-то мы добрались до чего-то позитивного. «И, взойдя, принесло плод сторичный». То есть в 100 раз. «И, сказав сию, возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит». Нам нужно услышать это послание. Знаете, мы с нашей жизнью, какой-то неестественной, вот сейчас, особенно современной, даже тогда, люди все были вовлечены вот в эту сельскохозяйственную деятельность, а мы сейчас нет, мы все в магазине пошли купили. Мы вообще не знаем, что такое помидор на грядке. Вот, и какое-то яблоко там на ветке. То есть для нас это все далеко. Мы люди уже высоких технологий, да, вот у нас какие времена, компьютер, все. И не интересуют нас эти вопросы о земле, но это простые вещи, но жизненно важные. Компьютер вас не накормит потом, понимаете? А вот земля всегда накормит. Поэтому обратите на это внимание. Что такое эта добрая почва? Посмотрите. Так, я прочитала про нее, да? Я прочитала только, что упало на добрую землю и принесло плод сторичный. И вот дальше, посмотрите, тоже у Луки мне очень нравится, 15 стих. «Упавшие на добрую землю – это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении». И приносят плод в терпении. Вот. Что тут еще скажешь? Это самая лучшая характеристика, да, что мы должны делать для того, чтобы почва была доброй. Но вы знаете, вот чем мы больше предаем себя Богу, тем больше у нас этой почвы, тем она, ну, она рыхлится, она вспахивается, и она все глубже и глубже вот встает мягкой.
Вы знаете, для урожая почвы одной, даже самой лучшей, мало. Что еще нужно растению? Ну, вода. Конечно, вода. Да? Вода. То есть без нее мы ничего не вырастим опять. И вода, я думаю, это наша вера, которая течет вот потоком, и которая, знаете, не должна... Ну, она тоже ведь как река. То мелеет, то снова полноводная. Но не должна она прерываться совсем. Да? Не должна она скудеть с годами. И еще очень нужно растению, да, это удобрения. Вот кто-нибудь видел удобрения когда-нибудь? Да, они неприятные, правда? Это или гумусы какие-то коричневые, или навоз, или еще какие-то вещи достаточно неприятные. Я думаю, что удобрения – это вот как раз наши страдания, это наши жертвы, которые мы приносим, и которые каждый нормальный христианин должен делать. Это удобряет нашу почву, хотя это неприятно для нас. И последнее, что нужно растению, не меньше, чем вода, это воздух. И посмотрите, интересное место есть у Тита. В послании к Титу 3:14. Я хочу почитать по современному вот переводу. «Пусть и наши усвоят, что надо заниматься добрыми делами и помогать другим в насущных нуждах. Тогда жизнь их не будет бесплодной». Ну, такое не очень известное место, но такое, так, ну, прекрасно к нашей теме, да, подходит. Вот сегодня Ольга рассказывала совершенно замечательно о добрых делах, да, которые на самом деле, если ты вот тянешься к Богу, да, ты вот будешь их делать. Если твое сердце наполнено вот этой верой, любовью, вот любовь к людям, она как-то появляется. И хочется вот это все делать. Да, мы же не заставляем себя. Ты должна сделать 5 дней добрых дел в неделю. Там какой-нибудь план, да, такой. Нет, это происходит, вот увидел ты нуждающегося человека и помог ему. Увидел ты там плачущего ребенка, подошел, там, спросил, что такое, ну, утешил как-то, да. Или вот, ну, такая огромная вообще нива, да, для того, чтобы совершать добрые дела. Такое огромное пространство для этих добрых дел. Но эти добрые дела сами по себе не являются плодом. Я думаю, что это только средство рыхлить вот эту почву наших сердец. Делать это надо постоянно. И на самом деле это очень достойное вообще времяпровождение и все. Но это не сам плод. Да. То есть почва наших сердец должна быть мягкой и податливой. Вообще я посмотрела дальше, естественно, вот, например, Матфея, 13 глава, где тоже притча о сеятеле. Если ее прочитать до конца, вы можете это сделать дома. Я увидела там, что с этим сеянием и жатвой вообще не так все просто. То есть не только в нас сеют, но если вы там дальше прочитаете притчу, еще нас сеют куда-то там, и еще мы сеем сами. Вот сколько у нас вообще... таких вот, да, полей разных, вот таких разных ракурсов, вот этих посевов и вот этих урожаев. Мы сами тоже сеем. Вот Бог сеет в нас слово, да, свое, потом, значит, нас сеют. Это как бы наша жизнь, наш выбор и в этой жизни самый главный. И мы тоже сеем, да. Мы можем сеять чем угодно. Словами, поступками, да, злыми, там, добрыми, вообще что угодно может быть посевом. Мы можем сеять так, как в жизнь одного человека, так и в жизнь целых народов. Воспитывая детей, мы сеем следующие поколения, правда? Они пожнут наши вот эти посевы. Так что будьте внимательны. То есть вот просто каждое наше действие, это есть посев, ну, во что-то. Скажем, в будущее там, или вообще в вечную жизнь. Вот ничего не проходит так, что просто вот, ну, я просто сделала это, ну, я просто сказала это, да. Ну, мне было хорошо, у меня были наслаждения, да, и все, и забудем об этом. Да нет, ты посеял, дорогой, ты что-то как бы вложил в эту почву. С ней надо, вот я говорю, обращаться достаточно осторожно. Она родит вам во 100 крат. Хотите доброе?
ну, посейте хорошее, хотите злое, так вы и получите его тоже в 100 раз. А потом удивляемся, как это у нас такая жизнь? И вот смотрите, сеять, я уже говорю о нас, вот не о том, что сеятель нас посеял, а вот когда мы сеем, можно тоже в 2 разные кардинально почвы. Вот смотрите, Галатам 6 глава, 7 стих. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную». Тление – это значит смерть. Если ты истлел, значит, ты мертв. И вот это все очень перекликается с тем, что мы читали в начале, правда? Будет гибель, если ты сеешь не туда. И вот, знаете, у нашего, значит, классика есть замечательная сказка. Не могу без сказки, но обязательно мне нужно что-то рассказать. Вот из этого репертуара. Наверное, потому что я все время читаю сказки детям, но... Одну сказку не могу сейчас не привести в пример. Это сказка о рыбаке и рыбке. Вы знаете, когда мы читали эту сказку нашей старшей дочери, ей было 2 года, первый раз она услышала. И вот этот маленький ребенок четко совершенно как бы зерно такое уловил, да, самую главную тему. Она назвала ее не «Сказка о рыбаке и рыбке», она назвала ее «Баба жадная». Вот такое у нас было название кодовое для этой сказки. Я не знаю, как я такие сложные сказки запихивала в такого маленького ребенка, но как-то получалось. Да, я помню, что Виктор рисовал специальные картинки, а в книжке же мало иллюстраций. Ребенку же надо внимание держать. И мы все время вот так их меняли. И вот таким образом она слушала эту сказку. Ну, поняла смысл-то, понимаете? Даже лучше, чем, может, многие люди. Вот. И, вы знаете, с детства у нас засел в голове вот этот образ, ну, такой старухи, неприятной какой-то, правда? Мало того, что она внешне неприятная, она еще и жадная, ненасытная. Ну, такая, все говорят, у-у-у, ну, это понятно, классический отрицательный образ. Теперь задумайтесь, а как бы вы себя вели в подобных обстоятельствах? Вы понимаете? Сказка-то о всех из нас, ну, о каждой из нас. Уж не буду мужчин брать в этот раз, не будем их трогать. Но женщины ведут себя всегда примерно так. Смотрите, этой старухе повезло. Вот у нее появился шанс, когда она смогла воплотить свои самые невероятные смелые мечты. Правда? Все вдруг стало получаться, все пошло, все как-то стало... Вот все, что хотела, она получала. Вот скажите, кто из вас об этом не мечтает? Ну, не будем трогать рыбку, но есть какие-то счастливые моменты, такие везучие, да? И некоторым людям, ну, особенно как-то везет в жизни, нам кажется, ну, не нам, но кому-то вот есть такие люди. И вот она на самом деле, ну, получила вот неограниченные возможности. И она не стала, знаете, как старик там мямлить. «Да ничего мне не надо, плыви в свое синее море». А она использовала этот шанс, да? Вот мне кажется, что мир, особенно современный, он, ну, бредит успехом, что людям нужен этот успех, наверное, больше всего. И они хотят, чтобы все у них там, все взрывалось, все выстреливало. Вот они прямо, ну, помешаны на этом. И, ну, когда смотришь, как люди хотят сильно вот куда-то пролезть, продвинуться, стать известными, приобрести, купить, вот владеть. Ну, вот это именно вот это желание, правда? И старуха была не худший вариант. Она была предприимчивая, деловая, креативная. Она не останавливалась на достигнутом. Что в ней плохого? По современным меркам она была вообще молодец. Но, дорогие мои, вот когда мы посмотрим на начало и на конец этой сказки, то есть, ну что вот она, нервничала, напрягалась, строила бизнес-планы свои новые, да, старика гоняла зря. Один искусствовед, знаменитый Михаил Казинник, он тоже почему-то эту сказку приводил в пример и сказал: «Вы думаете, эта сказка о чем? О том, что
о жадности, да, нет, это сказка о безусловной любви. Вот что можно в этой сказке еще найти. Потому что, ну, старик ее так любил, хоть она была такая отвратительная, что все делал для нее, и, в общем, был такой, очень такой любящий старик. Ну, хорошо, мне кажется все-таки, что, ну, со стариком ей повезло, это правда. Мало таких терпеливых мужчин, которые будут ради женщин вот так ходить и ходить, и все, делать все ее прихоти, исполнять. Но все-таки это сказка о природе человека, которой все мало. И если бы вы оказались в ситуации, когда, ну, у вас, как говорится, прет удача, ну, кто бы смог вовремя остановиться, скажите-ка мне. Считанные люди могут сказать: все, хватит, стоп, я останавливаюсь, мне достаточно. Но это на самом деле, если идет, оно идет, и никто этого не будет останавливать. Самое интересное, конечно же, это конец этой сказки. То есть все вот эти напряги, они были, ну, с результатом никаким, да? То есть она опять осталась со своим разбитым корытом. Мне кажется, лучше бы было ей вот так сидеть на берегу моря, в тишине, спокойствии и, ну, молиться, постигать смысл жизни. Ну, то же самое же она потом имела-то, понимаете? То есть вот мы, люди, бегаем-бегаем, вот ищем-ищем, приобретаем-приобретаем, строим что-то, строим. У кого-то удачнее получается, у кого-то менее удачно. Но конец-то у всех один. Я понимаю, что это не вдохновляющее послание. Но что как бы, ну вы посмотрите правде в глаза. Ну смерть нас всех ждет. Веселое послание на женскую конференцию. Но это правда. И хорошо, если смерть будет только физическая. Правда, физически мы все умрем. Это тело, оно разрушится и уйдет в землю. Но те, кто вот пробегали всю свою жизнь, не поймешь для чего, то есть они хотели вот что-то построить, кем-то стать, вот, ну, что-то вот такое приобрести, такое, вот, вот такое, ух, чтобы вот все позавидовали, чтобы ни у кого такого не было. Вот уже и царица уже как бы не нужна, а вот царица морская, вот что-то такое еще и придумать, да, чего вот вообще всех поразит. Если ты вот с этим прожила свою жизнь и пробегала вот это, и старика своего прогоняла, то умрешь совсем. Тебя как просто вот растение выдернут из земли и бросят на помойку. А если ты принесла вот этот плод, да, то ты уйдешь в другую, как в другую жизнь, жизнь вечную, как говорит послание к Галатам. И напоследок я бы хотела задать вопрос: что же это за плод-то? Вот мы говорим плод, плод. Что это за плод в итоге? И тоже послание к Галатам. Есть совершенно потрясающие стихи, да, которые знают, наверное, каждый христианин, потому что, ну, это вот чудесно то, что там написано. Вот по-настоящему вдохновляющее послание. Не о том, что давай, давай, беги, беги, достигай, достигай. Посмотрите, плод же Духа. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Я думаю, эти слова, конечно, а где местописание? Галатам 5:22. Хотела, чтобы вы посмотрели на них. Да. Вот эти слова нужно большими буквами повесить над каждой кроватью, где вы спите, где, чтобы вы просыпались и засыпали вместе с ними, правда? И посмотрите, я еще по современному переводу прочитаю, тоже замечательно. Плод Духа, любовь, радость, мир, стойкость, доброта, щедрость, верность, кротость и умение владеть собой. Нет такого закона, который бы это осуждал, правда? И где брать вот эти вот плоды, интересно? Где их растить? Интересно, что они вот в нас растут-то. Ну где? Конечно, да, в подготовленной почве,
нашего сердца. Вы уже поняли, что так просто ничего не вырастет, кроме полыни и одуванчиков. Это все горькие, ужасные растения. Но если вы хотите сладких яблок, да, и сладких каких-то этих, вы должны... Причем, смотрите, у плода у этого есть тоже особенности характерные. Мы, по сути, ну вот их сладости не вкушаем здесь на земле. Мы, конечно, какое-то имеем вот какое-то представление обо всем этом, но вот так сказать, чтобы мы прям наслаждались этими плодами, ну ведь этого нет, правда? Сейчас как будто эти плоды больше вот для других. Вообще процесс вызревания плода – это процесс такой естественный и скрытый. Достаточно такой, вот смотрите, кто лучше знает нас, женщин, как приносится плод в физическом мире? Ну мы знаем, правда это? А вот беременная женщина, да, она не суетится, не бегает. То есть должны ли мы по поводу плода, вот на какой вопрос отвечаю сама себе, должны ли мы по поводу плода испытывать какое-то беспокойство или чувство вины? Там сколько у меня плода вообще? Сколько я за лето принесла плода? 60 килограмм, а ты сколько? 3? Ну как так мало? Мы не можем этого сказать. Вот сколько плода вообще ты приносишь, да? Как это все делается? И вот ребенок в животе, да, он... Ну, женщина что делает? Она заботится о питании, о прогулках, о здоровом образе жизни, но что там внутри нее происходит, она, в принципе, не знает, правда? Этот процесс, ну, сейчас благодаря УЗИ мы там можем еще что-то так примерно понять, и все равно очень, очень большая эта тайна. А ведь этот процесс, который уже изучили там подробно-подробно, он очень точный и очень совершенный, там до часов, прямо до минут включается механизм. Вот сейчас там ручки, сейчас ножки, сейчас все, раз, нервная система, мозг, все это очень точно. Но скажите, вы в этом участвуете? Вот вы сознательно знаете, когда у него там что появляется и в какой момент, да, вот что там формируется? Нет! Вы просто находитесь в таком благодушном состоянии. И заметьте, что вот видели вы когда-нибудь беременную женщину, которая вообще носится, бегает, там такая вся вот... Нет, она это спокойные обычно женщины. Они успокаиваются, потому что чисто физически тяжело бегать, да, уже не побегаешь. Вот какая-то твоя прыть убавляется, и ты такой сидишь. То есть, понимаете, чтобы приносить плод, нужен определенный покой. Вот и внутренний, наверное. Но я, опять же говорю, не знаю, как это работает, но точно нужен какой-то покой. Растение, когда, например, на нем появляются плоды, оно, заметьте, тоже останавливает свой бурный рост и перестает выкидывать новые побеги, там, новые листья, новые цветы. Вот все, оно как бы все свои силы пускает на этот плод. Почему вот ты так бурно не растешь? Я отягчена плодами, и я их хращу, да? То есть не представляю, ну не надо из-за этого вину какую-то испытывать, страх. Это сам процесс. Ты заботься о почве, о воде, а Бог все остальное сделает сам. Качество плода, количество плода. Кто ты там? Может, ты манго какое-нибудь роскошное? Может, ты смоковница? Может быть... ты черника какая-нибудь скромная, да? Ну, главное, фигой не быть. Чтобы, понимаете, когда вот подойдет к тебе кто-то, страждущий, голодный, опустошенный, больной, замученный, вот найдется ли у тебя, что ему дать? Найдется ли на твоих, вот, в твоей жизни вот этот плод? Или ты будешь... как фига махать листочками. Ну, я же 2 библейских школы окончила, ну и что? А где повод? И наступит момент, когда к нам подойдет не только человек, но великий садовник, который будет смотреть, а есть ли плод на тебе? И вот тогда мы должны представить то, что мы нарастили за свою жизнь. На, так сказать, плод наших трудов. Куда мы сеяли? В плоть или мы сеяли
в жизнь. То есть все, ну, мы сеяли в дух, да, который принесет нам вечную жизнь. И последнее, что я хочу сказать о плоде, это то, что в каждом плоде заложено семя новой жизни, возможность новой жизни. Какая-нибудь семечко, или зернышко, или косточка. Вот в каждом абсолютно плоде. Да как и в ребенке, правда? Там тоже вот это есть, ну как способность к продолжению этой жизни. И вот в этих наших плодах, покажите еще раз вот эти Галатам 5:22. Вот в этих наших небесных, драгоценных плодах, которые вызрели в нашем сердце, в них тоже есть семечки. Только расцветут они уже не в этой жизни, а, я думаю, в следующей. В той жизни, где мы окажемся, когда встретимся с Господом. И именно там мы вкусим всю их сладость. Именно там вот они раскроются во всей своей красоте. Не думайте, что все будет всегда так скрыто, как женщина из своего чрева потом получает ребенка, она видит уже, какой он, правда? Вот это так интересно, ну вот скорее бы он родился, он посмотреть на него, ты его там чувствуешь, ты его там, ну, трудишься ради него, там носишь его, а какой он, не знаешь. Ну, когда-то ведь узнаешь. И так же точно здесь мы, ну, совершенно точно столкнемся лицом к лицу со своими плодами. И я очень хотела бы, чтобы у всех, у каждой из нас это были прекрасные сладкие плоды. И давайте закроем свои глаза и помолимся. Господь, Ты податель жизни, Ты податель благ Божий. Ты тот, кто даешь семя, Ты тот, кто взращиваешь его. Ты тот, от Тебя вода, от Тебя, Господь, солнечное тепло, от Тебя воздух. Все, Господь, даешь нам Ты, Боже. Помоги нам не пренебрегать Твоими дарами, Боже. Помоги нам, Господь, не быть глухими к Твоим посланиям, Боже. Все, что Ты, Господь, показываешь нам через природу, Боже, через ее естественную жизнь, чтобы мы не пренебрегали этим. Чтобы мы, Господь, не забывали, что мы не какие-то отдельные от природы, и что мы не какие-то цари природы, мы часть природы. Мы часть этой земли, этой воды, мы часть этой живой биосферы всей нашей земли. Господи, помоги нам вот эти уроки, которые она нам дает, применять. То, что мы люди двойного измерения, у нас есть внешнее измерение, есть внутреннее, Господи. Помоги нам в этом внутреннем измерении вот эти законы также применять, вот эти принципы применять, Господи. Мы не хотим быть, Боже, каким-нибудь вереском, Боже, пустым, бесплодным, не видящим доброго, но мы хотим быть этой смоковницей, которая до 100 килограмм за лето может принести плода, Боже. И пусть этот плод, который мы приносим, он в килограммах не измеряется. Он не измеряется в сантиметрах и ни в чем таком, что мы можем сказать, да, вот это такой плод или такой, но он есть, Господи, и помоги, чтобы он был, чтобы его было много, чтобы и людям от него была сладость, и Бог был нами доволен. Господь, когда-то Ты раскроешь все это, Боже, в полноте, мы увидим лицом к лицу, Господь, Тебя, Боже, и оценим по-другому свою жизнь, Боже. Но сейчас мы просим Тебя терпения, Господь, чтобы мы, как прилежные земледельцы, трудились, Господь, над всем этим, Боже, чтобы у нас не было какого-то упадка сил, или чтобы мы не говорили, все это зря, все равно все время не урожай. Боже, Ты дашь нам добрые времена, Ты дашь нам, Господь, хорошие урожаи, Ты дашь нам, Господь, радость и веселье, Боже. Аллилуйя! Но мы должны потрудиться, Господь, мы должны потрудиться не над чем иным, как над собственным сердцем. Благослови, Господь, наше сердце, благослови каждую эту драгоценную сестру, да будет Тебе вся хвала и слава, наш Бог великий. Слава Господу! Аминь!